Раз, два, три, елочка горит! Вот, ура! Вот так ярко в Рязань пришло новогоднее настроение, причем одновременно во все районы города. Праздничные гирлянды загорелись не только в лесопарке, но и на елках у площади Ленина, на Победе, у Дома торжеств и в ДК Приокский. Ну а кто, кроме детей, с их неподдельным восторгом может поверить в новогоднее волшебство? У ребят очень огромное новогоднее настроение. Мы все веселы, мы все счастливы, мы все рады, а рады вдвойне, что нас пригласили на открытие вот такой городской веселой елочки. Посмотрите, все румяны, все счастливы, все красивы. Новый год – время, когда город преображается. Световые гирлянды, праздничные иллюминации, арт-объекты, шары, кареты, большие подарки. В Рязани почти в каждом районе будут свои сюрпризы. Мы поздравляем всех жителей города Рязани с наступающим Новым годом. Желаем исполнения всех самых заветных желаний. Будьте здоровы, чтобы в новом году постоянно с вами происходили самые счастливые события. Официально старт праздничным мероприятиям даст фестиваль «Забав» 25 декабря. Ну а 3 января рязанцев порадует фестиваль ледяных скульптур. Также в новогодние праздники по городу будет курсировать забавный автобус с игровыми и развлекательными программами. Календарь событий на сайте городской администрации. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».